Всем привет, меня зовут Владимир, и вы на канале Goldfish. Сегодня хотелось бы рассказать о новинке 2020 года в фидерном удилище Noctix Slim Feeder в длине 3,90 и с тестом до 90 грамм. Серия удилищ Noctix была разработана польскими спортсменами в фидерной ловле. Эта модель фидерных удилищ изготовлена из самых современных материалов – сверхпрочного карбона и чрезвычайно тонкого слим-бланка. Бланк удилища оснащен качественными кольцами SIG-Guide, а также удобным и современным катушкодержателем серии SIG-Guide. Это идеальный выбор для рыбаков, которые ценят практичность и современный дизайн. Вес данного удилища составляет 204 грамма при длине бланка 3,60 и тестом до 90 грамм. Транспортировочная длина в сложенном виде составляет 125 сантиметров. Данное фидерное удилище состоит из трех основных частей, которые включают в себя первую часть, вторую и третью. А также включает в себя три съемных вершинки, которые комплектуются пластиковым тубусом для сохранения его при транспортировке. И чехлом, куда складываются все части фидерного удилища. Соединяется данное удилище методом штекерного соединения. Серия удилищ Noctix Slim Feeder подойдет как для фидерной ловли, так и для флет-фидерной. Основная особенность данного удилища – это тонкая ручка, которая облегчает удилище и дает возможность точной передачи поклевки в руку рыболова. Приобрести данную модель фидера вы можете, перейдя по ссылке под видео. На этом я с вами прощаюсь и до встречи на канале Goldfish. Пока!